Россия и Таджикистан в понедельник договорились сохранять авиасообщение, согласовали полеты из аэропорта Жуковский. Об этом заявляют в нашем Минтрансе. Я напомню, что на прошлой неделе стало известно о том, что Таджикистан отказывается принимать рейсы из нового аэропорта, ссылаясь на то, что он не попадает под межправительственное соглашение. В Москве с такой трактовкой были не согласны, и могло дело даже дойти до полной приостановки российских рейсов в Таджикистан. И вот в Министерстве транспорта заявили, что договоренность достигнута, и авиасообщение сохранится в полном объеме. В Министерстве транспорта состоялись переговоры традиционных властей Российской Федерации и Республики Таджикистан. В результате них принято решение о сохранении и развитии воздушного сообщения между нашими странами. Заявки российской авиакомпании согласованы в полном объеме, в том числе из аэропорта Жуковский. Главное противоречие краилось как раз именно в полетах из Жуковского, так как таджикская сторона считала этот аэропорт московским. Но согласно постановлению правительства Российской Федерации, к Москве отнесены только три аэропорта. Это Внуково, Домодедово и Шереметьево. А аэропорт Жуковского приписан к Раменскому. А так как четкий паритет на рейсах между Россией и Таджикистаном зафиксирован только на линии Москва-Душанбе, там частота определена в размере 14 полетов. С нашей стороны их осуществляет ЮТР и 14 полетов осуществляет два таджикских перевозчика. То, считая аэропорт Жуковский московским, таджикская сторона видела в этом нарушение паритета. Сегодня эти вопросы были сняты.